Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате наклофен. Наклофен выпускается в виде капсул. Действующее вещество – диклофенак натрия. Относится к нестероидным противовоспалительным лекарственным средствам с выраженным противовоспалительным, анальгизирующим и жаропонижающим действием. Назначается для лечения симптомов боли и воспаления в случае, если у пациента диагностированы ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит, спондилоартрит, болевой синдром различной локализации, внесуставной ревматизм, отек с болевым синдромом, посттравматические и воспалительные процессы. Прием начинается с суточной дозировки 75-100 мг, в зависимости от тяжести заболевания. Если симптом незначительный или необходима длительная терапия, достаточно 75 мг в сутки. Если нужно снять ночную боль или утреннюю сковенность движений, принимать препарат нужно перед сном. Максимальная суточная доза 150 мг. Принимает препарат не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. Противопоказания – это аллерген на диклофенак или другие нестероидные препараты, язва желудка или кишечника, проктит, геморрой, ректальное кровотечение, нарушение функций сердца, печени, почек, нарушение гемопоэза неизвестного происхождения. Препарат не применяется в педиатрии. Во время беременности следует применять с большой осторожностью. В третьем триместре прием данного препарата противопоказан. Кормление грудью во время приема данного препарата следует приостановить. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.